ничего себе, так сказать, я... понятно, что пацаны, это... посылка митинга, это было очень простое, начало конкурентной борьбы перед муниципальными выборами, да? Бывшие с нынешними депутатами начинают уже, так сказать, делить стартовые позиции, это корпус 1, full position, да, кто займет, кто чуть-чуть, так сказать, потолкается, первым на старте будет, чтобы быстрее стартануть будет. Вот здесь то же самое, абсолютно, но, еще раз хочу сказать, урок все равно для всех. Для вас и для ваших глав населения надо работать с населением, надо еще раз говорить, свои достижения не стесняться показывать. Не стесняться показывать свои достижения, не стесняться говорить про оппонентов, что вы кроме критики, что вы можете предложить. Вы сколько раз вышли на субботу? Вы когда скверно разбивали, пришли, предложили свою помощь, мусор поубирать. Вы какой-нибудь, вы как активно принимали участие в том же конкурсе или в том же голосовании на утверждение проекта комфортной среды? Болтать не камушки ворочать, все будет критиковать. Я вообще буду предлагать, когда мы сегодня будем говорить с вами там, на различные темы, а под выборы сделать помимо партийного еще одно движение, но под Единой Россией. Что мы готовы взять под свой крыло всех, кто готов говорить о позитиве. А кто хочет говорить о негативе и критиковать, ты не с нами. Вот хочешь быть с нами, критикуй нас, но критикуй на позитиве. То есть не говори, что ты предлагаешь сделать, а не говори, что сделано плохо. Мы это без тебя видим. Приходи и говори, вот плохо работает, потому что вот здесь надо сделать вот так, и конкретно дать им предложение. И мы готовы включить праймериз и поддержать такого человека. А когда мы просто придут и скажут, у вас все плохо, и вообще вы все такие сякие, а что хорошее? А ничего хорошего, я буду ходить, как у нас некоторые тут деятели от интернета, ходят ярко фотографируют, и целый блок ведут в интернете, какие они крутые. Самое простое, взять фотоаппарат и пойти фотографировать ярко. А ты дай свой проект «Градсквер», где там ярко отремонтировать, собери людей, которые энтузиасты, сделайте проект, общественный проект защитите, получите деньги, это, пожалуйста, можно получить из бюджета напрямую, через гранты, как, кстати, некоторые молодые ребята делают. И тогда покажи, что вот здесь была ярко, я сфотографировал, через два года, благодаря мне, здесь хороший сквер и мощение, и вот тогда я молодец.